а на смех! И поднимут вас из ваших постелей и ваше настроение до утреннего градуса. Вот нарвался на длинный поезд, а? Блин, уже минут 5 он едет. Сзади уже очередь такая, что ё-моё. А он все едет и едет. По-моему, знаешь, какая-то такая бранная ругань, да, немного картавая, это, знаешь, такой а-ля французский язык получается. Ну, в принципе, да. Что же у нас сегодня как-то... Когда же он закончится уже? Они пошли бы вы. Не зря Биробиджан называют маленьким Марселем. Конечно, конечно. Oh, это Лианда. Биробиджан. Известная песня. Да. Марселем. Привет! Здрасте, друзья! Пятница, друзья, последний рабочий день на этой неделе. А, все больше и больше. Мы проведем его достойным. К этому призывает Антон Косяков. И Виктор Борисович Гендельман, наш флагман. Он мне тебя сегодня назвал. Флагман ты наш. Я слегка польщен. Да. Спасибо. А, друзья, давайте выяснять. Давайте выяснять, поговаривать, что этот день будет изумительным. Но об этом подробнее расскажет кто-нибудь из агентства Бориса Жордина. Погода и пробки на радио 87.7 FM. С Борисом Жординым. Если это правда он. Доброе утро, кто с нами на связи? Здравствуйте, это я. Тетечка Фирочка. Здравствуйте. Ладно, вы послушайте это радио, а? Тетечка Фирочка. Говорю, самочувствие как? Кошмар, а? Я тут пришел Сеня с этим соседом, ирландцем, и они меня напоили пивом этим. А да что вы говорите? Тоже пили, да? Конечно, конечно. Это кто такие вообще? Cove Road and in New Jersey on the Garden State Parkway southbound, little north of exit 150. О, вот это радио, блин. Ё-моё, а. Кошмар какой, блин. Офигеть можно. А поезд этот грёбаный так и едет, и едет. Да что ж такое-то, а? Семен вроде собирался с этим ирландцем ходил. Я не знаю, я делал обдавцами последнее, что я помню уже. Хорошо, ладно, ребята. О, ну кажется, все. Суббота сейчас. Так, это радио я больше не могу слушать. Ну что, поехали? Давайте, давайте. Ёшкин кот. А сзади толпище. И здесь толпище с этой стороны. Ну, что вполне понятно. Ну все, дальше ничего интересного. Дальше все штатно.